Готовься к зиме в июне. В регионе уже идет подготовка к новому отопительному сезону. На первом областном штабе ЖКХ представители нескольких районов рассказали о проделанной работе. Также на заседании обсудили реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Встреча прошла под председательством заместителя губернатора Александра Демина. Прежде чем ставить задачи на грядущий отопительный сезон, члены штаба подвели итоги прошлого. В целом он прошел в регионе в штатном режиме, без серьезных аварий. За качественную работу отметили Мантуровский, Косторинский, Золотухинский, Курский, Железногорский и Горшечинский районы. Секрет успеха в своевременной подготовке к холодам. В этом году также все идет по графику. Энергетика процентов на 32, водоснабжение процентов где-то, наверное, на 25, газоснабжение процентов на 30 идет, школы, то же самое в этом комплексе задействованы, подготовка идет у нас, школы довольно-таки нормально и серьезно готовятся. Чтобы встретить холода теплом, в регионе предстоит провести промывку сетей, отремонтировать и заменить трубы, перевести некоторые муниципалитеты на поквартирное отопление. В планах и строительство котельных. Это Хомутовка у нас, поселок Хомутовка, город Рыльск и Карла Липнихта Курчатовского района. Здесь вопрос очень серьезный. И сегодня мы уже приняли решение, что вот в этих трех муниципальных образованиях будет построена новая котельная. Уже практически разработаны проекты сметной документации. Сегодня мы уже определимся по всем основным вопросам, как дальше мы будем эту работу делать. Также члены штаба обсудили капитальный ремонт. Например, в Железногорске он уже начался.